От Минского шоссе до Внуково всего за 10 минут. Транспортная развязка на 27-м километре автомагистрали М1 «Беларусь» официально открыта. Эстакаду начали строить еще в 2016 году, и многие ждали ее с нетерпением. По оценке «Автодора», развязка должна решить проблемы с проездом как минимум у 50 тысяч человек. Он решил одну из ключевых проблем, которая связана с движением по М1 Е30. Это устранение многокилометровых пробок, которые вынужденно происходят по пересечению в одном уровне железнодорожного переезда Внуково. Транспортная развязка с тремя эстакадами позволит улучшить связь между новыми микрорайонами Одинцово. Три эстакады, надземный пешеходный переход, съезды транспортной развязки и основной ход протяженностью почти 3 километра. Эстакады выполнены в форме подковы для удобного и плавного съезда. Первые две дают возможность быстро и беспрепятственно въехать во Внуково, а третья предназначена для автомобилей, движущихся в обратном направлении. Мы, конечно, видим, что транспортная доступность, в том числе и жителей западных районов Московской области, она с Москвой в данном случае, она будет более быстрой и, соответственно, более комфортной. Вот. А доступность аэропорта Внуково стала, как мы сейчас уже слышали, не более 15 минут. Начиная с 2010 года построено и реконструировано уже более 50 километров трассы М1. Сейчас ведутся работы по строительству транспортной развязки на 25-м километре. Заместитель председателя компании «Российские автомобильные дороги» Вадим Ермилов рассказал нам о планах, связанных с автомагистралью в будущем. Одновременно у нас сейчас ведутся работы по реконструкции участка М1 с 45 по 66 километр. Сроки завершения работ запланированы на четвертый квартал 2021 года. В следующем году планируем провести конкурсные процедуры и начать работу дальше по сторону Московской области. Это 66-го километра по 84-й. А также разыграть два объекта. Это строительство транспортной развязки на 59-м километре к парку «Патриот» и транспортной развязки на 86-м километре. Стоит подчеркнуть, что развязка на 27-м километре, построенная с применением новых материалов и технологий, станет одним из самых современных и безопасных дорожных объектов региона. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».